Продолжаем работать на слюзе. Недавно нас батюшка посвятил, отец Яким. Дальше закидывают. Здесь я тоже буду закидывать эту переднюю часть. Вот здесь продлить мы еще не можем. Мы не знаем, доски обрезки будут или не будут. Зависит от тебя, Володя, как у тебя там пойдет дело. Хватит, Игнатий. Хорош. А вот туда, на тот конец. Там неровно. Много глины. Это вот так. Вот так, теперь там. Сережа, кувалдочку поднеси мне, убобри. Пожалуйста, маленько повыше ущерится, а потом придавим. Изнутри можно маленько помазать. Сережа, вот эту помажку возьми. Вот эту доску. Мазилку возьми. Видишь как? Деревенский человек. Он абсолютно все, и колодец, и туалет, все своими руками. Я замерил до туалета 50 метров, а в городе 50 сантиметров. Ну еще нравственно. А вот где щель, здесь, вот щель где, тут мы можем, там много я ложу, много, можем положить шерсть. Ох, какая вещь, шерсть матушкина. Это матушка нам дала. Вот так, давай, толки. Городской ничего не знал, не видит и сидит, лясы точит. А ты каждый день радостный в труде, труд и молитва. Мне сейчас только звонили с города во ВКонтакте, против вас открыли от вашего имени. На 220 роликов насчитали против меня. А мне какое это дело? Это не против меня. Вот кто-то вообще бы сказал, какие доски, ширина. А то он говорит то, что не надо. Мы вот здесь рыбу вытаскивали больше центнера. Он вытаскивал что-то. Козюлю из носа своего вытащить не может. Что сравнивать-то? Мы во славу Божию все делаем, а он грех творит. Тут до конца не дотянуло. Еще раз давил плохо. Оттуда он привез сюда глину, запечатал, вода текла. А туда сейчас будем на машине подносить. Ага, я неправильно. Надо помочь сначала. Давай-ка.
такое надо, чтобы протолочь. Вон она как проваливается. Видишь, куда она идет? Няша. Сейчас Сергей Павлович внутри пойдет. Здесь по краю можешь пробить, а потом пропадешь шерсть. А лучше на ту сторону перелезть. Это учительница по слогам говорит, учит. Мальчик не может. Она говорит, ну считай, что написано. В-о-во-л-о-ло. Сэй. Что получилось? Не знаю. Ну на голове-то у тебя еще растет-то. Шерсть. Вот так, Мария Ивановна, учить надо. Вот я в школу убежал, меня не пускали, водились двое ребятишек, и Аким, и Иосиф. 5 лет разница у нас, это не просто так. Между нами еще Дуся. Я убежал в школу, а не знал, где она. И вернулся домой. Мы знали дорогу до магазина, дальше не ходили. А в магазин покупать, что яйца нужно принести туда или что-то еще. Ну такое, чтобы принимали, обычно яички. Ну, брат мой, такой мастер был, и продавали пластинки. Чего там, мы не знаем. Он купил и говорит, я видел, ее ставят иголкой и крутит, а она играет. Ну, иголку поставили, она не играет. Он мастер был, разрезал, за нее пуговицы сделал из пластинки. Вот это того интересно. Яйца пекли, возьмешь себе навоз, горит в навоз, зароешь. Я не знаю, сколько, часа три пройдет, достаешь в смятку яйца. Один раз, помню, на Благовещении босиком бегали, холодно было. А сейчас Благовещение 7 апреля, это еще и даже не растаяло. Видишь, вот как интересно. Сережа, не прислоняйся брюками к этому. Вот он, ну, может, как-то и поможет. Опять же, мы не знаем. А снаружи тут не за чем мазать. Здесь с 4 сторон, с 6 сторон промазано. И каждый день что-то новое. Так у нас это не один, не два, вот считай, по порядку. Матушкин пруд сами выкопали там. 2 бульдозера наняли, там пеленки я стирал. Ну, так это. Это один пруд. Дальше храмовый, Малоканишин считался 2. Теперь этот, Камогориха, лагерным стал 3. Рыжковский 4. Южный 5. Второй мостик 6. Этот. И Симаковский 7. 7 прудов подняли. Так люди удивляются. Государство даже дорогу делает. Мы, государство нам ни одного метра дорог не сделало, ни одного пруда, ничего, все сами делаем. А почему? У государства свои вопросы трудные. Ну сделает, так сделает. А не сделает, что молиться и благословлять, не проклинать. И на митинги идут, Навальный идут. Навальный уже встречается в Ветхом Завете. Это переводится безумный. Навал, навал. Ависага, сынометянка там была. Давид потом взял ее в жены. Ему, говорит, имя такое, говорит, навал, безумный означает. Так и находит. Вот здесь у нас нынче столько воды ушло, она шла через верх. Ну сколько тут? Ну, 50 сантиметров. А вот если столько она пойдет, мы можем сказать за 1 секунду, сколько кубометров. А вот это делаем на тот случай, если пойдет вода дальше. Вот это мы сделаем, это не все. Дальше мы здесь сделаем доски под низом, какие не найдем доски гнилые. Под ними сено, если вода отсюда пойдет вверх, хлынет, чтобы она не размыла. Вот еще какая работа. Это... У нас просто ничего нету делать-то. Собрали все, что можно. Ты погляди, сколько там надо делать сток. Там разъясни, зови нас туда. Это я уже показывал, что здесь надо будет вот так доски делать наклонно. По ним будет вода стекать. Ну все, слава богу, за все. Нам не хватило лесу. Мы уехали с Пупковым. Володя остался один, крыло делал. А там у нас уже слив сделанный. То крыло правое тоже уже возвели. Мы не до конца. Вокруг тучи нашли, ветерок. Мы сгорали здесь. Вот сюда вот вывалите рядом, где пила.
пока сюда снимайте, а там потом вывалим отдельно. Это все надо будет отсюда убрать. Положи там, не опрокидывай, только чтобы из карманов не выпал еще. Вот сюда вот надо будет сейчас солому все это убрать и солому сюда свалить. Вот это вот все сюда сдвинуть. Доски и пилы все. И оно тут не так будет раздувать. Туда дальше теперь все подносить. Вот сюда вот скинуть рядом. Положи вон там рядом. Все, это захвати оттуда, кроме мелочи. Вот сюда сдвиньте. А сено там сложить, и там его прикрыть легче нам будет. Все, Володя, поскорее, это, Сережа, разворачивай. Это метр, нет. Так, 3-4 мешка сена. Дальше. Эту мелочевку не надо трогать. Открывай. Крючки там эти снимай. Все. Увидишь, сколько мы лесу привезли. Туда вытаскиваю. Палатку. Только развязывать надо сразу. Развяжи петелькой. А потом, а то клюза оторвет. Это мы все мешаем с глиной. Смачиваем и толщем. Все туда вываливаю, опрокидываю к стенке туда, вперед. Прямо к стенке вытряхиваю. Следующий скидывает в сторону. Полезу по палатке, больше палатки. Так. Это нам не хватит. При самых скромных подсчетах. Так. Привезли сколько? За раз. А ты убери отсюда палатку, ты сюда сено сложить. А потом сено сверху тоже сюда вон то лежит. Тут его не так раздувает. Легче сохранить. Вот. Теперь лес выкидывайте. Считайте, сколько досок пришло. Побери с того конца, Володя, вытаскивай. Нет, двое не надо, тут нечего делать двоим. По одному, быстро, с разных сторон. 2, 3. Шире расставьте, шире. Еще шире, легче разбирать будет. Около 30 досок привезли. Вот сейчас что делаем. Спуск и два крыла. Вот. Вот первое. И когда выложили, вот на уровне там же, дальше привезли соломы и дальше бутовым камнем прижали сверху. Вот Сергей Павлович сейчас делает правое крыло. Если отсюда смотреть, это мое. Я тут с камнями. Это большой бутовый камень, вдвоем поднимали. Он как катает. Так, чтобы она давила не на доски, а прямо на содержимое. Аккуратно, поплотнее потом, чтобы пропуска не было. Володя там забивает. Здесь вот вывели. Вот я перелажу сюда.
большой бутовый камень. И здесь вот сделали сток. Вот так, это вот у нас, который промасленный. А это вот вниз. И вон там камни морочат, теперь доски прибиты и камни. И камень будет посередине лежать дальше, разбивать волну, поток. Считаем, что она уменьшит, по сторонам разлетится вода. А это дальше, кати посередине положи там, пусть ворочает. Вот где ведро лежит, только пониже. Пониже туда, только там. Здесь? Да. Вот так вот. Вот наложи, там другой подпереть, иначе волна его сметет. У тебя тут уже два тоже положены, там два. Вот здесь хорошие большие камни лежат. Многопудовые. Кое-что уже потеряли камни, их засосало. Шесть досок еще пожертвовал. Раз, два, три, четыре, пять, десять, 16. И внизу три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 17 досок. И тут 17. 34. Доски-то такие, не ахти как. О! Сделай так, чтобы он камень наполовину лежал на доске посередине. А половина туда, да. Ну, видно будет. Если будет мешать, его сдвинут. Вот так. Все. Больше не надо ничего. Вот по краям там можно вот эти камни туда вытащить. Вот эти камни, Володя. Лежат большие камни туда. И вот между ними тоже, где ведро стоит, там доска на доску и отверстие, чтобы вода не попадала. Маленькие баклушки шерстью сейчас забивать будет. И она вода не проникнет. Огромные камни. Туда ниже, где вот тот не на правой стороне, его так же положить, чтобы как бровка была. Чтобы да, дальше. Да, там и здесь. Вот где нога твоя здесь. Вот на уровне вот этой стены его туда положить. Остальное отодвинуть. Я сам не знаю, как оно будет. Но предполагаю, что будет эта волна разбивать все будет. Она не будет выдалбливать. Пойдет? Да. И теперь посередине где-то там тоже. Вот где между ними есть. Теперь посередине там еще выложить камни большие. А может даже возьми доску, положи доску. А на доску их, чтобы не снесло. Вот под, перед тобой лежат вот эти гнилушки. Во. И, да, их маленько подальше туда. И опять заложить. Может, не надо. Пока подожди. Да может, не надо. Может, и не надо, не знаю. Я знаю, что надо бороться с водой. Как, не знаю толком. Ну, тут мы сделали уже. У нас уже сколько лет стоит. Нигде мы не потеряли ничего. А вот так, чтобы такую высоту поднять, вода-то вон ниже нас, там метра на два почти. И мы бьемся, что она поднимется еще выше 2 метров. Так что тут серьезное дело. Это наша трожа, где мы рыбу ловили. Так, камни отсюда все вытащить, а мы здесь выложим камнями. Поднимаемо. Начинай. Давай. Во-во. Это уже мы второй день тут работаем. Вот так. На слюзе. У нас какое число-то? 6-е. Видишь, что делаем? Батюшка был вчера здесь и говорит, вот вода сейчас так, а весной, если она попрет, то она может выйти даже из берегов. То есть вот сейчас здесь 2 метра почти есть до воды. Так она поднимется, говорит, здесь и пойдет поверху. Ну я в это не верю, но может быть. Так вот вопрос, теперь если она пойдет теперь
У нас везде короба закрыты землей, вот так вот, да, по стенку. А здесь-то у нас они голые. Вода хлынула. Тут мы ее придавили, она и не возьмет. Ей в воде здесь не взять. Сюда хлынула. Что дальше будет? Начнется подмыв короба. А подмыв короба означает, там сразу же каверны. И он ее расшатает. Все это может пойти. Поэтому мы не знаем, что делать. Я сказал, давайте сделаем так. Жёлоб с этой стороны. А чтобы не утащило, камнями придавим. А оттуда она вода себе прорвет, там немного будет беды. Мы это делаем, толком не зная даже. Это моя задумка. Вот сейчас нужно, видишь? Стену-то не положили, солому-то под доски. Ну вот и положили. Поторопили. Вторая ошибка. Ну сверху положим. Как же так это? Не положили. Да никто не сказал ничего. Да. Ну ладно. Давай, Володя, сейчас. Мы здесь сейчас валик вот этот создаем. Вода, если пойдет, она должна давить сюда. А тут, пожалуйста, просмоленные лежат доски. И она по ним сразу уйдет. Эта вода не то, что она искать будет. Она стремительно ударит в борт вот сюда вот, и по этой пойдет. Под низ ей тут не пройти. Потому что там протоптано. Конечно, надо было положить сено-то. А теперь сверху положим. Все, давай. Доску еще одну. Я не знаю, какую-то вчера доску спрятал я там внизу, посмотреть, гоже или нет. Но надо какими-то обрывками, вот этими вот хотя бы, вот, все-таки сделать. Вполне даже можно. Вот видишь? Ну то никуда не годно, дровина. А вот эту можно сверху положить. Камни отсюда выдираем. И вот с этой стороны точно так же засыпали. Доски подложили, сено, камни приложили, чтобы доски не смыло. И глина немножко притрусили, еще не до конца он там. Тут тоже надо валик еще создавать небольшой вот впереди. Ну, то есть работа еще есть. Вот вчера мы сделали. Сейчас я покажу. Вот, вчера вот с Игнатьевым еще тут мы делали. Сергей там передние эти создавал валы. Или валы. Вот. А мы здесь вот с ним сделали вот такой вот короб, чтобы вода могла уходить по этому желобу дальше. Внизу доски сделали, чтобы не размывало почву. Хотя я ему говорю, что камыш вроде крепкие корни, не размоет, но на всякий случай. И придавили большими камнями, чтобы доски не смыло. Так. Вот так вот она пойдет, вода оттуда, с той стороны, весной. А уж как она выдержит, не выдержит, что будет, это уже все в руках Божьих. Вот они вот. Там камни вот, то, что раньше накладывали. Сейчас под глиной оказались, а бульдозер даванул тут глиной, вот они под глиной сейчас. Не надо тут, вот это не пойдет, он не пойдет. Тут надо просто давить. Давай. Постой, постой, она выскочила. Вот, давай. Вот сюда вот дави. Наполовину уже вышел. Как он мог вот так вот? Далеко зайти. Мы старались. Укладывали. Давай. Все, ну убирай. Это руками надо теперь. Все. Ну какой. Огромный камень. Убирай его. Ну а тут что надо? Заваливать? Больше ничего. О, камень возьми еще. Там еще один. А сюда все вытаскивай. Кажется, всего только прошло 2 года, 3 года, и уже все замуровано.
Ладно, уходи. Вот этот отодвинь камень, чтобы можно было туда начать отбрасывать. Ну, вот так вот трудимся. Все, слава Богу за все. Вот сегодня мы последний день. Наши люди заканчиваем практически всю работу. Как могли. Делали, конечно, для себя. Володя там стучит. Вчера узнал, рассчитался. Отдал я за то, что 7 работали дней. Привоз-отвоз 50 тысяч. 154 тысячи 800 рублей. Хороший был этот. Вот так валик здесь создаем. Если вода прорвется через край. Хотя теоретически она бы не должна сделать. Но год на год не сходится. Все, Сергей, потолки маленько ее. Чуть-чуть. Куда толкушку-то дели-то? Толкушки-то он где-то сзади у тебя. Вон и лежит. А Володя тут занимается, нащельники нашивает. Вот. Это мы сток воды вот это отсюда из короба. Дальше вниз. И там разбиваем его, чтобы вода не силой била. Ослабить ее силу. Вот, а для этого все остальное делаем. И вот здесь вот, если вода прорвется, закопали две доски корытом. Забуровили их сюда, закрыли. И камнем придавили. И направили ее в определенное место. Вот прямо здесь. А тут она уже будет падать. Но это на случай, которого никогда еще не было. Рассказали, батюшка говорит, бывает такое. В один день вода хлынет, стеной идет. Ну вот не знаем как. Все, Володя, мы закончили. Внизу, Сережа, сейчас сойди вот здесь потихоньку. Тут закрыто все. И вот сброшенные запасные доски, там балки, мерка 6-метровая вот эта, туда ее поперек подсунуть. Под самый-самый туда конец. Глянь, туда вон. Поперек. Вот это не погода. Погода была, как говорят, аномальная температура. Вот тут вода засвела. Тут ясное дело, что жизни нету. Ну и сегодня ветерок подул немного. Там он, видать, его. Сергей сейчас повезет домой. Сначала заехать на плотину второго мостика и сделать отводы в воде. Тоже работа. А там дорогу бульдозерис. Она на два колеса идет, а посередине-то не давят ее. Она пузом выставляет, машины не идут уже. Но он ее снес. Ну и это же тяжелый нож. И теперь надо дорогу поправить. Он кое-где сделал ее ухабами. Он хотел подправить, а я не дал. Говорю, не надо, мы руками сделаем. Очень честный, добросовестный бульдозерист был. Таким людям я премиальные выдаю. Вчера тоже деньгами попытался дать, так смех вызвал. Дошло до рассчитывать, если самому не хватает. Вчера 75 тысяч отдал. Второй раз расчет был. И не хватило там 2000, кажется. Он махнул рукой. Ладно. Все. Вот все. Утолок. Ну и ладно. Инструмент собирай, складывай, чтобы Володя мог выйти оттуда. Только туда вниз надо сойти и спрятать все. Запасные.